что 3 июня день рождения у спортсменки Елены Есенбаевой, а все Елены отмечают День Ангела, наша местная Елена Афанасьева празднует свой день рождения. Елена Хендриковна – главный редактор телеканала «Ореол» в Кингисеппском районе. Она посвятила себя журналистике давно, хотя по профессии изначально педагог. В течение 12 лет работала в кабельной сети «Ивангорода» как журналист, оператор, монтажер. Это ее уникальная отличительная особенность – уметь все. Елена Хендриковна и сейчас успевает решать все текущие дела телеканала, помогать рекламному агентству, а может сорваться на съемку, где поймает самые лучшие эксклюзивные кадры, а потом создаст яркий, нескучный текст и сама смонтирует репортаж. Безудержный надрыв двигателей меняем на ласкающий шелест. Елена невероятно скромна и никогда не похвалится своими заслугами. Но в канун ее дня рождения хочется рассказать, что помимо множества наград за ее работу на областном уровне, главный редактор телеканала «Ореол» стала и победительницей районного конкурса «Женщина года» в номинации «Личности творчества». Она упорна и ответственна, оптимистична и очень добра. Ей абсолютно чужда надменность. Своим энтузиазмом Елена Афанасьева может заставить и воду течь под лежачий камень. Поэтому накануне ее праздника хочется пожелать нашей коллеге зрительского признания и множества сил, чтобы в будущем свернуть еще больше гор. Тебе хочется, чтобы я тебя запечатлел в лазище и на карачках? Да. Что спустя 20 лет я проделаю тот же путь, который совершала еще в студенческие годы. Забыла.